Мощное потепление принесет в столицу ледяные дожди. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Агентство городских новостей Москва со ссылкой на данные Центра погоды ФОБОС сообщает, что в ночь на четверг в столице могут начаться ледяные дожди. В сообщении отметили, что такие изменения в погоде произойдут из-за мощного потепления. По русской равнине прошла волна снегопадов, которая затронула и Москву. При этом ожидается повышение температуры воздуха до 1 градуса ниже нуля. После четверга ожидается температура от 1 до 3 градусов тепла. Ранее научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале зимы температура не будет повышаться выше нормы, однако он также указал на то, что погода в декабре будет очень неустойчивой. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!